Итак, друзья, предлагаю вам, настоятельно рекомендую смотреть первый местный телеканал «Хит», потому что сейчас мы будем показывать замечательно красивых девушек, которые занимаются танцами. Девочки-танцовщицы, правильно же говорить? Танцовщица, да? Не танцорши, а танцовщица. Танцовщица. Вот, красивое слово будем использовать. Очаровательная Влада, очаровательная Дарья из замечательного танцевального коллектива «So Special» у нас сегодня в студии присутствует. Здравствуйте, девочки. Здравствуй. Как у тебя настроение, Даша? Как ты пришла к танцам? Как давно ты пляшешь? Настроение отличное. К танцам пришла совершенно случайно. Когда-то пришла на занятия к Владе. И постепенно уже все пошло своим чередом. Угу. А в то время, когда мы начинали заниматься, в принципе, было очень мало преподавателей современных направлений. Приходилось обучаться самим, ездить в другие города на мастер-классы. Самара, Челябинск, вообще близлежащий Екатеринбург. А постепенно начали развиваться. И дальше уже Влада открыла свою студию. Теперь вот мы вместе работаем. Влад, скажи, пожалуйста, а вообще реально ли научиться танцевать, смотря какие-нибудь видеоуроки на Ютубе? Невозможно. Правда? Я считаю, что по-настоящему научиться танцевать, не просто двигаться красиво, а именно стиль изучить, невозможно просто. Это обязательно какие-то поездки, мастер-классы. И что хочу вот похвалиться немножко, если можно. Я очень горжусь своими педагогами, которые у нас собрались, с которыми вместе работаем, потому что все выезжают в различные города и даже за границу и обучаются. Мы не стоим на месте, мы стараемся развиваться. И у нас много таких даже учеников, которые уехали в другие большие города и стали педагогами. Вот те, кто вышли из Академии танца «So Special». Да. Мы дали им старт такой хороший, я считаю, что достойный, и мне не стыдно, когда, допустим, мои девчонки едут учиться, да, там, поступать в большие города, идут каким-то преподавателем, ну, более, да, таким именем каким-то. Мне совершенно не стыдно, потому что, ну, я знаю, что я дала им. Хороший уровень. Хороший уровень. Дашка, скажи, пожалуйста, какие именно направления танцам у вас в студии представлены, к чему можно научиться, если придешь и захочет танцевать вместе с вами? Ну, у нас представлен довольно широкий выбор направлений для разных возрастов, начиная от 3 лет и уже без ограничений по возрасту. То есть даже есть занятия для тех, кому за 50. Отдельная такая категория. Отдельно для мальчиков брейк-данс, хип-хоп, детские танцы для малышей, бэби-данс. А как они, что делают дети? Мне просто кажется, 3 года, они не очень, наверное, здорово там так ходят. Там развивающие. Да, конечно, это больше танцы, прям так танцами назвать, это очень тяжело, с натяжкой. Это скорее какие-то развивающие занятия на координацию. Присели, подпрыгнули, встали. Да, очень, потому что многие родители, ну, как принято, да, родителям всегда, что считают, что их ребенок очень гениальный, способный, и он уже готов прям с 3-летнего возраста обучаться каким-то уже современным направлениям, хип-хопу, брейк-дансу. Конечно же, нет. По направлению мы делим детей с 5-6 лет. То есть он сначала на бэби-танце потанцевал, да, с координацию свою подтянул, да, и уже, да, может идти на брейк-данс. Умение работать в коллективе очень важно, слушать педагога. Вот, детки, ну, конечно, проще детям, которые с чем-то занимались до того, как они пойдут на современные направления. Вот. И, ну, конечно, и растяжка. Вот. А потом уже с 5-6 лет мы уже делим, берем на хип-хоп, на брейк-данс, на логинг. Бэкстейдж. Чаль, подари мне огонь всех костров, что разведены на берегу островов. Мы вместе ныряем под ночи покров. Руки к небесам, все, кто готов. Эй, бадман, машап де плес, пока на звуки не приехали полис. Эй, бадья, за мою руку берись, нашим на всю ночь стал мегаполис. Backstage. Мы с Дарьей являемся представителями одной танцевальной культуры. Опять же, есть танцевальный стиль и танцевальная культура. Многие не разбираются, я не разбираюсь, путают. Вот, еще многие путают, как будто современные есть, да, танцевальные направления. А есть
классическая. Ну, не классика, а эстрада. Эстрадные, да. Это совершенно разные, абсолютно. Вот это вот небо и земля, можно сказать. Ну, так с чем отличается танцевальная культура? Стиль, есть стиль танцевальный, направление, да. Есть культура танцевальная. Ну, вот культура. Какая у вас, Дарья, одинаковая культура танцевальная? Танцевальная культура. Что такое, во-первых, да, культура танцевальная? Танцевальный стиль – это вот, ну, да, какое-то направление под определенную музыку. Да, какую-то, допустим, стрип-пластика танцуется. База движений, да, какая-то база движений есть, да. А культура, она включает в себя не только, допустим, хип-хоп сейчас возьмем, да, разберем с хип-хопом на примере. Музыка. Понятно, да, Джей-Зи поет там всякие музыкальные композиции в этом жанре. Угу. Туда же входит граффити. Это рисунки? Да, рисунки. Угу. Есть, все да. Понятно. Туда же входит это MC, да, там. Манера одеваться. Манера общаться. Плюс танцевальные направления, как хип-хоп, да, под названием хип-хоп. И брейк-данс туда же входит. И еще там несколько, я тоже не особо не хип-хоп. Я так понимаю, что это целая культура, это культура, в которой в комплекс. Да, в комплекс. И вы в какую-то культуру входите? Мы в дэнс-холл культуре. Так. Это с Ямайки. Это ямайский социальный танец, то есть своеобразный протест ямайского народа. Изначально танцевали исключительно мужчины его, так сказать, гангстеры, бадманы. На Ямайке называются ярдис, еще их называли бандиты, одним словом. Так вы бандитки, значит? Практически. И своим танцем они могли показать либо какие-то прожитые эмоции, протест, рабство, тоже в определенной мере. Со временем женщины начали заявлять о своих правах с помощью танца. То есть изначально можно было исключительно вот подойти к парню, повертеться вокруг него, покружиться, и на этом все. Девушка не допускалась на танцпол. Ну, со временем, с изменением музыкального направления, то есть добавляется электронная музыка, изменяется и такое направление, как дансхолл. То есть в привычные треки, которые ближе как раз к Бобу Марли, вносится электронная музыка. И они так и в новом прочтении уже далее существуют. Да. Backstage. Главное, что у нас люди очень закомплексованные, в принципе, и Россия, а в нашем городе это очень сильно наблюдается, по крайней мере, вот я это прям вижу на каждом шагу. И многие, когда желают записаться к нам на занятия, чувствуется, что прям люди вроде их хотят заниматься, в то же время столько преград, столько психологических каких-то комплексов, моментов у людей. И вот они начинают спрашивать, а мне 25 лет, 28, 30, а не поздно ли мне начинать? Что за глупости? Никогда не поздно начинать. Ну, вы, если чувствуете, ну, все люди разные. Кто-то, может быть, в 30 чувствует себя на 50, а я, допустим, чувствую себя на 15. Почему нет? А можно ли развить пластику тела? Можно ли научиться танцевать, как вы? Конечно, можно, всему можно научиться, но, опять же, на все нужно время и терпение. И так получается, что многие, кто к нам приходит, через полгода 50% только остается учеников, потому что они... Раз пришли, два пришли, говорят, ну почему у нас не получается так, как у вас? Все, руки опустились, особенно если это подростки, молодежь, все, как азарт прошел. Но я всегда говорю, ну знаете, если бы вы пришли ко мне на 10-е занятие и станцевали бы точно так же, как я бы очень, наверное, расстроилась и просто впала бы в депрессию и начала заниматься чем-то другим. Потому что вся жизнь на это положена, можно так сказать, с детства танцуешь. Backstage. С ней до конца моих дней. Запах
моей. Я хочу остаться с ней, с ней. До конца моих дней. Бэкстейдж. Девчонки, скажите, пожалуйста, кому хотите передать привет, про кого мы непременно должны в этом эфире успеть вспомнить, что важное сказать жителям всего Восточного Оренбуржья, может быть, чтобы они начинали танцевать, например, разные самые танцы. Хочется обратиться к девушкам. Девушки, хватит уже комплексовать, хватит себе искать недостатки, думать, где у меня там что-нибудь висит, торчит, и сейчас я похудею, и потом буду танцевать. Нет, приходите и похудеете в процессе, получая удовольствие от этого, вот, заряжаясь позитивом, энергией. Приходите. Но... А у вас вот на... девчонки самых разных размеров танцуют? Конечно, да. Никто не стесняется? Никто не стесняется. А нужно сказать, что ямайские девушки не отличаются... Хрупкостью? Хрупкостью, да. У них очень аппетитные формы. Это красиво. Это считается... Да просто посмотрите уже клипы Джей-Зи. Посмотрите, какие там уже девчонки на подтанцовках. Там уже давно... Такая Ники Минаж. Там селедок уже давно не держит. Там уже девчонки все такие... Девчонки, хватит. Сейчас уже не в моде. Худоба излишняя. Хватит тебе изнуря диетами. Я чувствовал, прям ем шаурму, прям ем. Я прям чую, что это все уже не в моде. Все, потом к нам. Вертеть всем, что наехали. Кушайте, танцевать, кушать, танцевать. Тогда вам никогда не грозит лишние килограммы. Все, только хорошее настроение. Только хорошее настроение, да, все в радость, все в кайф. Девчонки, а может быть, у вас есть где-то в социальных сетях, где вас можно найти? Я видела, что у вас есть группа Soul Special ВКонтакте, да? Да, есть группа. И там можно задать те вопросы, посмотреть, какие есть направления, и понять, куда к вам идти, чтобы танцевать. Да. И на urs.ru у нас есть страничка. В Инстаграме. В Инстаграме. Как в Инстаграме вы зоветесь? Soul Special Dance. Полностью слитно, Soul Special Dance. ВКонтакте можно нас найти как Академия танца в кавычках Soul Special на английском. Ну, даже достаточно набрать Академию танца город Орск. Мы выходим. Билетовый логотип у нас овальный. Вы нас найдете. Также можно найти как Влада Мармелада, либо Дарья Марсианова. Находите девчонок, танцуйте вместе с ними, заряжайтесь энергией красоты, легкости, ямайского солнца. И пускай весь наш Орск будет танцевать. Я думаю, что от этого мы все будем только счастливее. Даша, Влад, вам огромное спасибо, что вы нашли время, пришли и рассказали нам про свое замечательное хобби, про то, как легко, красиво и классно можно проводить свои будни и заряжаться. Вам спасибо огромное за приглашение. У нас в сентябре сейчас новый старт, новый набор в группы, новый танцевальный сезон, поэтому вас мы тоже приглашаем. Приходите к нам обязательно. Мы с Ксюшкой придем, будем плясать, да, Ксюш? Ксюша, просто побудьте вот это вот, будьте шейкой, она прям молодец. Она просто снять сейчас платье, а так она любит это дело. Девчонки, вам еще раз спасибо, хорошего дня.